Приветули, красотули, у нас с вами новый влог. И сейчас очень раннее утро, 6:15. Я отвезла мужа на работу и сейчас еду. Нацепила патчи, кстати, даблдер. И еду Евыча своего будить. Я везу новое платье, туфельки, единорога. Ну, короче, много всего. Вот, и она у нас как раз просыпается в 7 утра. Вот я пока до Ксюши доеду. Дороги вообще пустые. Я спокойненько еду, даже могу так снимать никого. Девчули на набережной, очень красивый памятник Петру, или я не знаю кому. Очень красивый. И вы знаете, я всегда стараюсь ехать по этой дороге, по набережной, чтобы посмотреть на Кремль. И у нас восход. Смотрите, какой красивый. Вообще. Я так люблю эти звездочки на башнях. И, кстати, тут реставрация идет еще одной башни. Прикольно. Москва утром очень красивая. Очень-очень. Особенно, когда вот так вот восход. Все чистенько. Особенно вот в центре очень чисто, очень красиво. И вы не представляете, сколько спортсменов ходят и бегают по набережной. Я прям в шоке. Если бы я жила в центре, я бы тоже, наверное, ходила бы по набережной по утрам. Кто это тут? Лапулька, красотулька. Привет! Привет! Ой, привет! Ты чё, проснулась? Эй! Ну что, мой... Ой, мой персичек. Как твои дела? Хорошо. Ты хорошо спала? Угу. Молодец. Ой, ты в теплой пижаме. Как хорошо, что тетка такую пижаму тебе теплую купила. Как дела? Я тебе платье привезла. Да. Красивые. Показать? Угу. Ну, просыпайся, пошли на кухню. Пошли. Платье, конечно. Ева, что ты завтракаешь? Расскажи нам. Яичко. А еще что у тебя? Сыр и ветчина и огурчик. А еще Ева выпивает стакан воды перед тем, как кушать. Какая умница. Девочки, вы себе не представляете, как я соскучилась по коробочкам. Причем одна меня не дождалась, уехала обратно. Потому что мой муж не заглядывал в ящик. Но две я забрала. Так, у нас глэмбокс и глэмбэк. И давайте посмотрим вместе наполнение. Такое интересное оформление звука. Фрути-фрути, фрути. Лав плюс жвачки. Может, там что-нибудь лежит. Сейчас глянем. А ну-ка. А ну-ка. Так, глэмбокс. Глэмбокс у нас... Так, есть эссенция от Клоранс для лица. Также лежит аромат от Локситан. Наверное, им и пахнет прям. Как будто мылом пахнет. Душистым. Так, дальше у нас от Bioderma SPF 50. Класс, я с собой потом возьму. Египет. Девочки, мы собираемся с моей подругой в Египет. Зимой или весной еще не решили, но точно поедем. Так, шампунь от Milk Boabab какой-то. Baby Power. Детская сила. Интересно. Так, это у нас шампунь. Шампунь. Попробуем. Крем для лица от Шери. Я знаю, что он мега бюджетный. Что 200 рублей. Для всех типов кожи гиалуроновый крем. От Bioderma солнцезащитный флюид. Ну, это все мне на лето, девочки, останется. С удовольствием попробую. Так, от Redken. Вот такой подарок нам положили. Это у нас что-то... Что это? Спрей мгновенной фиксации для создания причесок и завершения укладки. Ну, короче, лак для волос. Вот такой. Прикольно. И также они положили... О, еще что-то есть, слушайте. От Avène эмульсия, тоже BB эмульсия для лица. Ой, с удовольствием попробую. И два аромата, мужской и женский, от Givenchy. Еще раз попробую на себе поносить Irresistible, потому что сначала в магазине я попробовала, мне понравилось, потом пробник мне что-то не зашел. Посмотрим еще раз. И вот такой Givenchy Gentleman называется. Хочу попробовать... Посмотрим, понравится ли мужу, потому что я сейчас думаю, что ему подарить к Новому году. Уже выбираю ароматы, буду заказывать. И глэмбэк. Ой, тут целая косметичка. Посмотрите, сколько всего. Так, положили зубную пасту, которая называется вот так. Вот так. Я не знаю, что это за паста.
на другом языке. Для комплексной защиты Wine Cells Fresh какая-то. Из Бангкока. Вот. Потом положили вот такой крем для наружного применения для детей и взрослых. Противовоспалительный и антимикробный эффект у него. Вот такой новый от чистой линии мицеллярный шампунчик. Питание, уход. Натура, органик, шиповник. Даже, смотрите, запечатали, чтобы не пролился. Класс. Тонер бустер от Funny Organics положили для нормальной кожи. Это для лица. Также мини-бальзам. Я так понимаю, это travel-версия от Сьос. Для тонких и лишенных объема волос. Умывалку. Гель-пенка для умывания. Ну, это Саня на себе попробует однозначно. Так, от Livrana. Алоэ вера, витаминизирующий крем для век. Смотрите, в какой упаковке интересный. Также от Sunlook CC-крем для тела. Это интересно. Мне вообще очень нравится продукция Sunlook. От Seventeen новый какой-то блеск для губ или помада для губ. Жидкая помада в очень приятном оттенке. Вообще обалденный. Попробую. И также положили серум Омега-Дерм. Сыворотка Активатор Омега-3-6-9. О, это прикольное что-то для лица. Представляете? Вот такое наполнение Glam Bag и Glam Box. Так, поддалась я моде на эти брови. И знаете, что я сделала? У меня все-таки уголки мои растут вот прям вот так вот вниз. И я решила их не выщипывать. Я не выщипывала толщину, только подкорректировала концы бровей. Видите, они теперь, ну, более ровные. У меня все равно угол этот никуда не уйдет. Но сейчас же модно вот эти вот ровные брови в разлет, как говорится. Тем более все равно моя мимика не даст мне их сделать более ровными. Я их не выщипываю, девочки. Ни в коем случае. Сейчас буду, кстати, красить брови. У меня краска Эстель и тонко-коричневый. Я просто взяла и подбрила концы своих бровей. Они же у меня вообще растут вот до сюда. Я их просто на сантиметр убрала. И вот сейчас собираюсь красить, потому что не всегда хочется. Точнее, нет у меня времени утром приводить особо в порядок с бровями. И красочкой сейчас накрашу. Но почему не выщипываю? Потому что они потом могут не вырасти. Вот зачем она мне надо? Мне проще подбрить. Я беру вот такое вот лезвие бритву. Продается на Алиэкспресс. Я не знаю, на Озоне есть или нет. Но в основном я себе вот сбриваю все вот именно такой штукой. Кстати, лицо я тоже брею. Но то, что я вижу, когда крашу брови вот так вот в разлет, знаете, что я вижу? Более подтянутые глаза. Такое впечатление, что их вот так вот натягивают. И вот за счет вот этого разлета бровей очень красиво получается. И причем, чем шире бровь, тем выглядишь моложе. Ну, мне так кажется. Ну вот, почти брови в разлет. Сижу тут, вымеряю, чтобы были хотя бы одинаковые, знаете. Потому что, когда они не одинаковые, это очень сильно бросается в глаза. Почему у меня эта бровь сама по себе тоньше, чем эта. Ну, ладно, посмотрим. Я поналожила, конечно, краски целую кучу. И вот так посижу 15 минут и пойду смывать. Потому что время пришло снимать. Снимаю очень просто. Еще раз, девочки, показываю. В одну палочку начинаю крутить по направлению к брови. И вот таким образом, оп-оп-оп, почти всю краску я и сняла. И тогда грязи меньше. А потом просто ватным диском прохожусь и все. Хоп. Все Таня в тренде. Так что не выщипывайте, а лучше выбривайте. Так вы 100% сохраните свои брови, они потом еще раз вырастут. У нас уже следующий день, и я, девочки, собираюсь в торговый центр. Давно я там не была. Мне надо джинсы, мужу надо джинсы, кроссовки, не знаю, что еще, что-нибудь посмотрим. И я по-любому поеду, буду покупать себе от Clarins лосьон для сухой кожи. И умывалку хочу пенящуюся, которая мне пипец как понравилась. Я, конечно, очень люблю Double Dare, но то ощущение, которое я испытала от той умывалки... У меня было два пробника, я просто вообще в восторге. Но дело в том, что в Литуаль нет. И буду искать наличие в Ревгош. Если нет в Ревгош, придется заказывать на Озоне. И на Озоне я заказала, девочки, вам потом покажу, в туалет полку. Я давно ее хотела, еще в Геленджике я придумала это все. Вот, и хотела над машинкой
вот как у Алуси полка практически такая же, только в туалет над унитазом, чтобы ставить туалетную бумагу, потому что у меня туалет вообще малюсенький, и там вот как раз 50-сантиметровая. Крашу брови карандашом от Stellary на 4-м оттенке. Обалденный стойкий карандаш. Целый день могу с ним проходить, даже лицом в подушку поспать и брови на месте. Вот такое красивое ровное покрытие у меня от Givenchy. Prisma Libre. Также у меня мой любимый консилер от Billard Design. Soft Focus. Щечки Ралуи и хайлайтер. Вот этот вот красивый хайлайтер. Девочки, я просто его обожаю. Мне больше ни к одному рука не тянется. Это вот этот хайлайтер от Stellary. У меня в 01 оттенке. Он у них, кстати, вообще мега бюджетный. Смотрите. У меня там уже такая яма появилась. У меня есть второй. Я его даже забрала с Геленджика, чтобы потом не бежать, не покупать. Так, карандаш Stellary. 15-й оттенок. Тушь для бровей забыла. И тушь для ресниц у меня сегодня была вот эта Volume. Моя одна из самых любимых. Уложила мне мои половину нарощенных ресниц. Обожаю Stellary тушь для бровей. Она, знаете, делает такой немного, даже я бы сказала, 3D-эффект на бровях. Она их укладывает и вот такая красота получается. Так, ну что, осталось только высушить мозги. И, в общем-то, я готова. Мы сделали большую ошибку, что поехали в торговый центр в субботу. Мы ездили в акварель и даже в Ашан зашли. Зашли посмотреть мороженое, ну и, как обычно, целая корзина у нас получилась еды. И мы ехали целенаправленно за джинсами и купили джинсы Саня в H&M, мне в Синсай. И я еще кое-что взяла. Ну, кто меня давно знает, вы сейчас поймете, что и почему. Я в Синсай зашла и взяла себе вот такой ежедневник Хогвартс. Вообще класс. Очень все круто. Стоит, кстати, всего лишь 299 рублей. Вот такой ежедневник. Я думала, внутри будет что-то особенное, но нет. Здесь обычная клетка, но для меня это очень удобно. Мне как раз нужен был ежедневник, и это идеально. Вы понимаете, это просто идеально. И джинсы мои вот такие я взяла себе. Они как-то скини, да, называются, наверное? Которые в облипку полностью. И у меня 38 размер. Вот такие на средней посадке. И знаете, сколько они стоили? Я, кстати, даже не смотрела на цену, сколько они стоили. Саня, ты прикинь, знаешь, сколько они стоят, эти джинсы? Ты сейчас упадешь. 599 рублей. Девочки, я серьезно, я даже не видела цену. Они просто мне понравились, и все. Я хотела именно черные. Черные, они такие, знаете, как будто с потертостями чуть-чуть. Как будто заглаженные такие, мне очень понравились. Да, они это скини джинсы. И Саня взяли в H&M серые. Он вообще хотел черные, но серые ему понравились больше. Они тоже идут в скини. И это H&M. Да, Саня, слышишь, это скини. Там тоже написано скини. И стоили они 2300. Ну, вообще для таких джинсов недорого. Хорошее качество. В H&M вообще классные джинсы. Мы уже который раз его берем. И штаны, и вообще, и кофты. В основном у него все из H&M. Пятерочки, как обычно, мы берем воду Пилигрим. Я две баклажки взяла. Взяла салфетки. Вот эти Totic Classic. Они там у них сейчас на акции, что 40 с копейками рублей. Это выгоднее, чем брать Зеву. И Зеву взяла полотенце. Они тоже на акции 65 рублей. Девчонки, так они стоят там что-то под 100 рублей. Пятерки классные акции. Сейчас вообще на бытовую химию. Также я взяла прочные пакеты. Вот эти Liber House. Сверхпрочные на 60 литров. У меня же вот это вот ведро. Не могу нигде найти вот эти пакеты. Я не помню, что это за пакеты. И классные. И попробуем вот эти на завязках, потому что пакеты Bon Home, вот эти фиолетовые, девочки, говно из говна, они прям вообще с них течет, не дай бог что-то попало мокрое, все, капец, все ведро грязное, так что Bon Home больше брать не буду. А также я взяла попробовать Тирет, очиститель для стиральных машин. Что эта штука делает?
Во-первых, нейтрализует неприятный запах, устраняет известковые налеты, накипь, удаляет мыльный налет, очищает внутренние части, обеспечивает гигиеническую чистоту. Скажу честно, я когда приехала домой, стиральная машинка, она у меня, конечно же, постирала, но когда я заглянула вот сюда, сейчас я, конечно же, там все помыла, девочки, он чистый, и там внутри тоже все чисто, идеально, но когда я приехала, у меня просто вот здесь вот выросла плесень, и я уже с белизной промыла машинку, но мне кажется, этого недостаточно, поэтому нужно будет еще запускать вот с этой штукой. Я на нее очень надеюсь, стоит она, кстати, не дешево, это 260 с копейками рублей. И запускается она на 60 градусах. Даже не нужно включать на 90 градусов. Это круто. Для наилучшего результата рекомендуется использовать средство один раз в 2 месяца. Запускать на температуре 60 градусов. Мне сейчас немножко темновато. Я взяла лампочку на 60 ватт. Одна перегорела почти что. Чуть-чуть горит. И, девочки, я схватила опять эти капсулы. Мипао. Я не знаю, как они правильно. Мирао, Мипао. Ну, короче. Я вспомнила, что они мне не понравились. Зачем я их купила? Они были на акции. Ну, если честно, я буду ими, наверное, стирать. Они стоили, кстати, 224 рубля. И я ими буду стирать так, такое, знаете, легко загрязняемое. То есть серый там костюм свой, что-нибудь такое, которое, ну, для повседневной стирки. Но что-то там отстирать, мне оно не отстирывает. Кстати, носоки Рич сейчас тоже в пятерке акция. 2 по цене одного получается. По 84 рубля пачка. Это самый любимый сок моего мужа. Ну, я тоже люблю ананасовый. Мне в Геленджике, я вот такие вот была, брала Либерхаус губки. И очень мне понравились. Девочки, они даже по ощущениям немножко другие. И я взяла сюда эти губки. Легко промываются водой, быстро сохнут, надолго сохраняют форму. Ну, мне надолго не надо, но они реально очень классные. И вот эта сторона, она намного жестче, чем в обычных губках. И кастрюли мыть просто, девочки, одно удовольствие. Взяла медовые черри, но они не особо медовые, но неплохие. И на акции не было моего любимого. Я уже не помню, как он называется, но вот эти вот шарики. И я взяла Доместос, что 70 с копейками рублей. Ну, повешу в унитаз. И смотрите, что. Есть безлактозное молоко Пармалат, 3,5%. Стоило оно сейчас на акции 74 рубля. Я его попробую, если мне по вкусу понравится, надо будет взять упаковку целую. И, а так, 100 с копейками рублей. Я хотела заказать на Озоне, когда была акция, но что-то тупанула и не успела заказать обычный Пармалат, который мы пьем. И в пятерке новая акция, смотрите, дают вот какие-то бравлы. Я не знаю, что такое. А, Brawl Stars. О, я даже знаю, для кого это. Это вот такая вот ерунда. Я не знаю, что это такое. А, это я вверх ногами держу. Я не знаю, кто это, что это. Я, видите, я не интересуюсь. Я знаю только, что есть такое Brawl Stars. Что это за игра для детей? Но я знаю, кому это отдать. Лампочку вкрутила, смотрите, сразу светлее стало. Так, решили попробовать взять вот такие коржи. Они просто темные. Я так понимаю, не без какао, просто темные коржи. Для вафельного торта, который обожает мой муж. Вот эта вот штука и рогачевская сгущенка, девочки. Вот на такое количество коржей одна банка сгущенки у нас уходит. И в одно лицо весь торт тоже уходит. Так, взяли батоны. Они разные. Один с сыром, один обычный багет. И на самом деле Ашан — это такое место, где особо долго не похож, потому что много людей. А второе, ну, девочки, я вам честно скажу, поснимать нормально не удалось, потому что, во-первых, орёт музыка, во-вторых, ой, людей капец, но свежесть продуктов оставляет желать лучшего. В машину Саня себе взял тик-так, я взяла вот такие ментос клубничные жвачки, и также ментос тоже клубничный и не клубничный. Тутти-фрутти он себе взял с собой на работу таскать. Так, на самом деле у меня холодильник весь забит продуктами. Также мы взяли, слушайте, скумбрию холодного копчения. Мне Саня очень любит вот такую скумбрию. Взяли попробовать вот в такой упаковке. Не знаю, что это со скумбрией. Ну, посмотрим. С пюре. У меня пюре уже готово. Борщец готов. И, наверное, в следующем влоге мы будем наводить порядок в холодильнике. Также очень классная акция на творожок. Кокос-миндаль. И, девчонки, очень не рекомендую покупать
кисломолочные продукты в фикс-прайсе, потому что у них на складах нет никаких холодильников. И если кому-то интересно, пожалуйста, посмотрите видео «Все работы хороши» по поводу работы в фикс-прайсе. Там очень много открытий, так сказать. Короче, продукты там брать нельзя. Вот, еще мы взяли вот такой творог. Слушайте, мне было интересно. Посмотрите, какой он зерновой. Крупнозерновой, 9%. Сейчас закрою эти отчеты. Вкуснотеево сливки. И я взяла еще креветки. Хочу сделать спагетти с креветками в сливках с чесночным соусом. И вот такой творожок 9%. Наверное, завтра я буду с утреца. У нас завтра выходной. Сделаю сырнички, как обычно, его любимые. Я переделала педикюр. Ну да, педикюр. Маникюр. Девчуля сделала маникюр. Ультракороткие ногти. И это... Адри Коко, 06 оттенок гель-лака. Обожаю его, он немножко с блестками идет. Не такой яркий белый, но очень красивый. Так что присмотритесь к нему. Покупала его уже второй раз на Озоне. Он у меня такой ходовой, что улетает просто, как дети в школу. Педикюр я тоже буду делать с этим лаком. Слушайте, разрезала я дыню эту. Попробовала. Очень легко отделяется вот эта штука. С косточками, очень сочная, просто, и это самая вкусная дыня, которую я только ела. Я не знаю, почему она такая сладкая, она мягкая. Знаете, вот есть дыни, особенно торпеда, она не особо мягкая, а вот это прям, ее даже жевать не надо. Блин, она реально очень вкусная. Девчонки, берите такие дыни, не пожалеете, честное слово.